Всем привет! Приветствую на своем канале. Игра Euro Truck Simulator 2, версия игры 1.43. Обзор модового грузовика КАМАЗ-43-101. Грузовик армейский. Такой вот у нас грузовичок. Модель КАМАЗа сделана очень хорошо. Очень красиво сделано. Так, давайте его посмотрим. По кабинам одна кабина, шасси здесь одни, двигатели. КАМАЗ Евро 2 200 лошадей, КАМАЗ 740 Евро 2 250, КАМАЗ Евро 3 300 лошадей, КАМАЗ Евро 3 350. КАМАЗ Евро 4 400, Евро 4 450, Евро 5 500 лошадей, КАМАЗ 740, Евро 5 550 лошадей. Также имеются двигатели КАМАЗ Реал 200 лошадей, 250, 300, 400, 450, 500, 550. ЕМЗ 200 лошадей, 250, 300. 350, 400, 450, 500, 550. КАМАЗ 740, Евро 2, 210, 320, 360, 300. Так, ну я возьму двигатель КАМАЗ 740, 10, Евро 3, 300 лошадей. По коробочкам 10 передач, 8, 10, 9, 9, 12, 6, 12, 6. Ретардер даже имеется. 10 передач поставим. По салону вот такой салончик. Сделан прикольно. Там у нас ковер на спальнике, там девушка. Картиночка такая. Вентилятор. Навигатор, рация. Покрасочка одна. По тюнингу всего, на тут только колеса меняются. Так, оставим все. Также имеется к нему прицеп. Я уже его купил. Сейчас покажу вам прицеп к нему. Вот его и прицеп тентованный. Вот прицепчик. Так, ну давайте глянем сейчас на КАМАЗик. Ну вот наш КАМАЗ. Не, ну прикольная моделька такая. Все сделано качественно, так более-менее все как у настоящего. Так, заводим. Да, звук КАМАЗовский. Сигналы есть. Поворотник правый работает. Левый поворотник работает. Фары работают. Задний ход звук присутствует. Так, сейчас в кабине глянем. Также есть бортовой компьютер у него, он работает. Вон, все циферки бегут. Рация, вентилятор крутится. Ручник, анимация присутствует. Также поворачивается ключик зажигания.
такой вот КамАЗ. Прикольный. Так, прокатимся. Не, классная моделька и звуки такие приятные. Приборы все работают. Нет, ребята, моделька топовая, конечно. Но по сравнению, какие до этого были КамАЗы, вот этот, наверное, КамАЗ самый лучший. Это как мое мнение, я не знаю. Но мне он нравится. Настройка что-то с тормозами. Зеркала, все работает, все видно. Вот такой вот, ребята, КамАЗик. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в дальнейших видео. Всем пока-пока-пока. Удачи!